Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео распакуем несколько посылок с AliExpress. В основном здесь будут гели разного типа, полигели, ботл гели. Ну и первый — это обычный гель для наращивания от фирмы Кукла. Объемом 60 мл, он у меня прозрачный, я его взяла для замесов своих, потому что у меня мой предыдущий от Виналиса уже почти закончился. Никогда еще не работала с этой фирмой, очень интересно, понравится ли мне консистенция данного геля или нет. Наполнение очень хорошее, нету двойного дна, банка полная. Прозрачность геля меня тоже полностью устроила, он не желтит, и консистенция такая в меру густая, в меру жидкая. В общих чертах гель мне понравился, я его не стала выкрашивать на типсу, так как я его буду использовать только для замесов, а для прямого назначения, скажем так, я не использую прозрачные гели, очень редко. Но на жесткость давайте, конечно же, проверим. У этого геля очень выраженный липкий слой, он прям жирный с обеих сторон. И жесткость у него очень хорошая. Я с большим усилием, с большим трудом его сломала. Есть один минус, который мне не нравится у этого геля. Он очень сильно печет в лампе. Надеюсь, после смешивания с другими материалами пекучесть немножко уменьшится. В следующей посылке пришло два полигеля, новые для меня фирмы. Я таких еще не пробовала и не видела обзоров на них на YouTube. Решила заказать попробовать в двух оттенках. Я уже говорила, что в летний период все полигели очень жидкие становятся и липнут к кисти очень сильно. Вот поэтому я решила заказать несколько вариантов с AliExpress, посмотреть, возможно, попадется какой-то удачный, который не будет прилипать. Но этот, как вы видите на видео, очень сильно с первого прикосновения сразу же прилепился к кисти. У него очень мягкая консистенция, кисть прям продавливает его с первого прикосновения, прилипает. Я вынуждена очень часто смачивать кисть в жидкости, у меня это спирт, это неудобно. В общем, полигель этот я оставлю на холодную пору года. Для лета, для жары он не подходит. Я уже разочаровалась в первом тюбике, решила все-таки попробовать и второй. Возможно, бывает такое, что другой оттенок не будет прилипать. Но нет, с этим полигелем все ясно. У него такая же консистенция, как и у предыдущего. Но в защиту этого геля хочу сказать, что у них очень красивые оттенки. Они не зернистые и, в принципе, можно с ними работать, но просто я люблю работать более с комфортными материалами, а он для меня некомфортный в это время года. В опиле эти полигели мне тоже очень понравились, я их опиливала пилкой 180 грит. Пыль не летучая, а сразу же опадает, и пилятся они очень легко. В следующей посылке уже по подарочку понятно, что это ботл гель от фирмы Tinovo Uno. У меня уже целая коллекция с этими ботл гелями, да и вообще с разными ботл гелями. Если вы вдруг пропустили то видео, то ссылка будет внизу в описании, рекомендую вам его посмотреть. А именно вот этот оттенок мне не очень понравился, консистенция приятная, а вот цвет — это прям не мое. Здесь ко мне пришел заказ с наклейками для ногтей. Продавец положил подарочек А4 вот таких вот пилочки. Очень приятно. Этот заказ я делала не для себя, а для моей клиентки, точнее для ее дочки. На маникюр ходить ей еще рано, а хоть какое-то покрытие сделать хочется. Вот мы и решили прикупить вот такие наклейки. Я оставила себе один лист этих наклеек, но, если честно, даже не знаю, на ком его попробовать. Как только у меня выпадет такая возможность, обязательно их протестирую.
Следующая посылка опять не для меня, а вот подарочек, пожалуй, оставлю себе. Вот эти бабочки мне очень приглянулись. Был какой-то купон, заказала одну наклейку, один лист с вот такими мультяшками, заказывала для детей моих клиенток и уже его отдала. Дочка клиентки была очень довольная, она не могла отвести взгляд от этих наклеек, оказалось, это ее любимый персонаж. Последняя посылка на сегодня с очень интересным и полезным наполнением. Все тюбики, флаконы были очень хорошо упакованы, также продавец положил вот такой буклетик, чтобы ему поставили 5 звезд, но я всегда забываю это сделать. Давно я смотрела на эту фирму и никак не решалась заказать, так как здесь платная доставка. Вижу, что продавец положил мне подарочек, здесь нижние формы для наращивания, я ими не пользуюсь, но в хозяйстве, как говорится, все пригодится. В общем, доставка у продавца платная в мою страну, но если брать на сумму больше 14 евро, то будет бесплатно. Я решила заказать несколько вариантов. Первое – это полигель, который вы уже видели в моих предыдущих видео. Я его уже протестировала в работе, мне он понравился. У него очень хорошая консистенция, не растекается, не прилипает к кисти. Очень, скажем так, твердый он не тает, как масло под кистью. Для лета, для жары просто идеальный материал. Советую вам однозначно на все 100%. Напомню, что все ссылки на данные товары будут внизу в описании. В опиле он не такой простой, как предыдущие два, но не скажу, что прям очень сложно мне было его опилить. Также на пробу заказала bottle гели этой фирмы, у них объем 15 мл, и что самое интересное, у них очень широкое горлышко, что меня очень привлекло. Как оказалось на практике, это очень удобно. Этот гель, в отличие от Tenovo Uno, намного гуще. Но опять же, да, на лето, на жару я его оставлю и буду работать с ним. Потому что когда будет холодно, он загустеет и мне будет с ним уже неудобно работать. На данный момент мне было удобно с ним работать. Я на типсу выложила его даже без тонкой кисти. Первый оттенок молочный. И он не пожелтел после просушки, это очень хорошее качество его. Скажу по секрету, вот этот оттенок я уже тестирую на своей левой руке, и он мне очень сильно нравится. На кисти цвет смотрится более насыщенным, но на самом деле розового цвета здесь почти не видно. Ну и последний оттенок, который я заказала, как по мне, не очень удачный. Но это сугубо мое мнение, конечно же, сколько людей, столько и мнений. Самое интересное, давайте проверим на жесткость. И я вам скажу, они очень жесткие. Первый молочный оттенок я даже сломать не смогла. Как я не старалась, крутила, вертела, давила, ничего у меня не получилось. Второй оттенок, видимо, слой был потоньше, он сломался, но это означает, что гель жесткий. Также последний оттенок я не смогла сломать. Очень жесткие эти bottle гели. Я ими осталась очень довольна. Последний флакон на сегодня – это топ, который светится в темноте. Ну, я так думала, что это топ. На флаконе написано Color Gel. Ну, это означает, что это просто гель-лак цветной. Такая мутноватая консистенция с желтым оттенком. Думаю, на белом гель-лаке его лучше не использовать, иначе он даст свой желтоватый оттенок. Я взяла типсу, на которой пробовала выполнить дизайн ракушка, у меня, кстати, это получилось очень легко, и я просушила минуту, вижу, что он липнет, после протирания оказалось, что он стал матовым, я очень разочаровалась, потому что я подумала, что это все-таки не топ, а гель-лак, решила попробовать еще раз,
Но эту типсу я уже сушила 2 минуты, потом дала остыть еще минутку на воздухе и уже ничего не прилипало. Даже после снятия протирания спиртом топ остался все-таки глянцевым. Но я не знаю, сколько продержится этот глянец. Обязательно нужно протестировать на себе. И вот так он светится в темноте. На этом буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока.